сама называется Сагандыкова там. Подъехали такие Ворошилов. Перекресток. Пятиэтажки проехали. Сейчас перекресток здесь. Автобус 40-й. С правой стороны там Султанат. Бывший. Сейчас есть магазин Султанат, там медицинская какая-то лаборатория. Сейчас будет остановка больницы. Солнце немножко. Там больница. Железнодорожная больница. Ограду бетонную убрали. Подъезжаем к перекрестку Сайтиева. Следующая остановка будет Жданова. Жилтоксан, новое название улицы. Бывшая 320-я школа тоже там с той стороны. Сейчас это гимназия номер 24. Котик вот такой. На первом этаже вон расширили магазин. Сейчас лазят здесь мебель. А вот школа с шарами, видите там шары. Уже ее реставрировали. Здесь тоже магазин. Эти постановки обустраивают Рыжан. С правой стороны мы там проехали этот БМовский магазин. Перекресток. Балхана, дом, которому намного больше, чем 100 лет. Двухэтажки, старые, между ними вот такие тоже пристроили. На вокзал мы не заедем, прямо туда поедем до кольца, кольцевое.
сахар большой. Подъезжаем к этому перекрестку с Трудовой. Сейчас она Камратова. Перекресток Трудовой. Тут трехэтажный. Вот подъезжаем к кольцевой остановке. Здесь мне надо будет выходить. Ну вот это кольцевая конечная остановка. А дальше потом он едет, заворачивает налево, там на вокзал. Там, помните, была поликлиника тоже на углу. А здесь вот так вот ситуация такая. Много тут тоже изменилось, кто раньше тут жил, не узнаете, когда приедете, тут все по-новому. Там вот, которое было общежитие двухэтажное, а сейчас там поликлиника номер 8. Там он медицинский центр доктора Бубновского. Можем бабушке. Нет, там все. Ну вот так вот. Молочный ларек тут. Очень хороший молочный ларек. Трехэтажки вот эти вот. Первом этаже парикмахерскую. Косметика корейская. Тут рынки такие стихийные. Ну и вот так вот обстановка, смотрите. Поликлиника, дневной стационар этой поликлиники. Ну ладно, дорогие друзья, на этом пока заканчиваю.